Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Безумное количество пустышек скопилось. Итак, давайте начинать. Первое. Коктейль вот такой, wellness, шоколадный. Берем практически сейчас постоянно по VIP-программе 70% скидкой. Артикул его 156-54. Я пью, и Ксюшка пьет. Вкусный. Взбиваем капучинатором. И получается, как шоколадный кислородный коктейль, вот как продают в магазинах, в различных там палаточках. В общем, где у вас продают шоколадный коктейль, очень похож. Если делать на молоке. Я себе делаю молоко пополам с водой. Ксюшка пьет на молоке. Безумно нравится. Прям постоянно просит, поэтому частенько берем. Дальше. Вот такой гель для душа закончился от Витамании. Недавние новинки. Это у нас с вами ананас и лайм. Артикул 2878. Большой объем, 380 мл. Цена вопроса ни о чем. Не сушит. Нормальный. Пахнет вкусно. Действительно, прям такой ананас-ананас. Не скажу, что здесь лайм. Ну, присутствует кислинка какая-то, ну, практически вот просто ананас. Вот такого он красивого зеленого цвета. Классные гели для душа. Вот так на подарочки кому-то брать. Вообще все великолепно. Все шуршит, все шуршит. Так, два порошка. Горная свежесть и горная свежесть. А у нас артикул с вами горной свежести 323. Я беру либо горную свежесть, либо альпийские луга. Почему? Потому что мне нравится, когда есть отдушка от порошка. У нас есть такой же порошок без отдушки, есть для цветного. Тоже никогда не беру для цветного, не вижу смысла. Мне кажется, он чуть послабее, вот мне так кажется. Порошки гипоаллергенные. Здесь 800 грамм, которые приравниваются к 3 килограммам обычного. Подходят астматикам, атопикам, деткам с рождения. Отстирывают хорошо. Вещи не выглядят застиранными. А с многими простыми пятнами даже справляются. Но опять же, смотря какой вы режим, выбирайте, сколько насыпайте. В целом, замену этому порошку не нашла, не найду на никогда, он великолепный. Так же, как и средства для очищения ванной комнаты серии Дом Фаберлик, артикул 302-21. Это мощная, классная, крутая штука. Я купила распылитель тоже Фаберлик, кто не знает, они у нас есть. То есть, крышечка вообще на нем безопасная, она просто прокручивается, и чтобы ее открутить, нужно надавить. Это специально одета, потому что все-таки хоть и безопасная, но химия. Потому что ядреная вещь, девчонки. Ванну очищает на ура. Но делаем по инструкции не больше 5 минут. Держим на поверхности, иначе съедает покрытие. И ванна ваша может стать шероховатой. Прям вот у меня краску съедает. Но я держу долго, я уже вам рассказывала, потому что планирую покрывать ванну. Все равно она старая, у нее покрытие старое. Но все изумительно белое, чистое. Накручиваю распылитель, распыляю. Я сейчас и для унитаза средства не беру, тоже пользуюсь вот этим. То есть распылителем разбрызгала, 5 минут подождала, пришла, все смыла. Лайфхак еще с перчаткой желтой тоже вам показывала. Так, дальше поехали. Концентрированное моющее средство. Грейпфрут фреш, чистая кухня, универсальная. Я с ним полы, по-моему, домыла, девчонки. 302-18. Не можно мыть полы, можно протирать поверхности. Но у меня есть любимчик, который пахнет липой, тоже универсальный, с ним полы мою. И теперь еще любимчик Сериума появился, поэтому вот это вот как-то допользовала. Что-то с ним протерла, помыла, и все, больше повторять, скорее всего, не будем. Потому что есть средства. Господи, сколько порошков, еще 3 штуки. Я их покупаю оптом и пересыпаю в контейнер. У меня как раз туда 3 упаковки влезает. И вот они все, как раз тут альпийские луга. Артикул 322. 5 штук. Прям скопилось много очень пустышек. Я разбила на 2 пакета, потому что если одно видео, это на час. А любимый золотая органа, кондиционер 118-54. Перепробовала тоже кучу. Следом будет видео про пустышки обычные, не Фаберлик, там как раз про кондиционеры. Замену кондиционером Фаберлик тоже не нашла. Все не то. Где-то мне не хватает отдушки, где-то она мне не нравится, где-то белье не мягкое. Вот Фаберлик совместил себе все это. Когда я хочу яркой отдушки, я пользуюсь органой. Когда я хочу нежной, деликатной отдушки, сенситив. Вот 2 любимых моих кондиционера, они великолепны. Они концентрированные, расход небольшой, все великолепно. Кашу гречневую доели еще 100-летней давности, девчонки, не чаев. Артикул 161-14. Хорошие, кстати, каши. Жалко, что всю еду выводят. Хотелось бы вот прям побольше. Хотелось бы новенького чего-нибудь, знаете, вот прям очень хотелось. Секреты Востока пропила после болезни, как раз что-то мы тут переболели, я забыла, когда январь-февраль. И вот баночку пропила, дабы восстановиться, потому что в этом плане он очень-очень неплох. Где артикул-то? 157-10. Вообще мне очень нравится этот бад, я когда его пропиваю, всегда натощак по 2 штучки, запивая стаканом воды. Приятное с полезным, точнее полезное с полезным. Всегда пью натощак воду комнатной температуры, стакан и вот 2 капсулки Секрета Востока. И вот как-то чувствуешь себя хорошо, бодренько. Ну, вообще, мне этот бат очень нравится. Так, теперь у нас с вами
Господи, Либеровер, антипаразитарный. По-моему, уже вторую банку я пропила. Я забыла, по-моему, второй 156-97. Кто-то спрашивает, выходит паразит, не выходит. Ничего не выходит. И я, в принципе, не знаю, есть они у меня или нет, туда ничего не выходит. Никакого дискомфорта нет. У кого-то расстройство со стулом бывает. Но это, скорее всего, наверное, когда все-таки эти паразиты есть. Я на своем организме как бы его никак не ощущаю. Но вреда не будет. Поэтому вот такие вещи люблю все равно. То есть вреда не будет. Если они есть, то они как бы уничтожатся, организм почистится, все остальные БАДы будут усваиваться лучше, поэтому нравится. Вот такой ополаскиватель закончился. Лечебные травы дешевле 100 рублей, на акциях можно взять. 22,56. Хороший, слушайте, хороший, но такой все равно ядрененький. Вот кто любит такие деликатные средства для полости рта? Нет, он такой ядреный. Так, линейка Ума. Это у нас с вами детский шампунь, бальзам 3+, артикул 2809. Вы знаете, хороший, нормальный шампунь. Вот лучше, чем в Технокидс было 2 в 1. Там вообще никакого облегчения расчесывания не было у нас. Совершенно не было. А здесь неплохо. Я сама попробовала, волосики блестят, объем не теряется, утяжеления нет. Хороший, хороший. Вот это, скорее всего, Ксюшке повторю. С клубничкой. И пахнет вкусненько. Он 3+. Пахнет вкусненько, как бы все хорошо, в этом плане все отлично. Так, что-то у меня тут упаковка от мыла Заяц делает. Их уже, наверное, и нету. Все, что было, насобирала. Так, дальше у нас с вами вот такой спрей для волос Ума. Детский спрей для легкого расчесывания. 28,10 его артикул. Он такой был розовенький и двухфазный. Наши волосы с Ксюшкой не взяло. Не облегчает расчесывание, поэтому мы с ней силиконистыми пользуемся. Деваться некуда. У нее... жутко волосы путаются, они немножко волнистые от природы. И вот ужас, чтобы ее расчесать, это вообще... И она еще это дело так не любит, даже если ее просто заплетаешь. Поэтому не, вот это вот очень слабое средство, поэтому не повторим. Ума 1+, используем как подмывашку, как пену для ванны. 1+, более-менее пенится, 0+, практически не пенится. Если хотите использовать тоже как пену для ванны малышу. 27,92 артикул, расход маленький, одушка приятная. Составы классные, нареканий нету, периодически беру. Так, дальше еще тут у меня бат какой-то. Еще одно плюс, еще один плюс. Это коэнзим Q10. Тоже классная вещь для сердечно-сосудистой системы, для омоложения клеток организма на клеточном уровне, вот так скажем. 157,96 периодически пропиваю. Недавно для себя этот бат на самом деле открыла. Тоже хороший. Все отлично. Когда идет речь... об эффективности БАДов, вот тут очень тяжело на самом деле что-то советовать или говорить. Нет, советовать можно, но каждый организм все равно реагирует по-своему. Вот я пью, я чувствую, что мне хорошо. Я этот БАД повторяю. Чтобы доказать какую-то эффективность, нужно пойти сдать анализы, правильно? Пойти сдать анализы после того, как пропил. Вот тогда, да, она будет вот сказать, да, у меня там был такой-то гемоглобин, я пропила такой-то БАД, все. Так как я назначаю их себе сама, и пью то, что хочу я сама, то, что я чувствую нужно моему организму. Поэтому вот у меня отзывы такие. Чувствовала себя хорошо, БАД понравился. Так, Аромио. Это у нас с вами баланс. Один из любимых ароматов, кстати, баланс. Классный вообще, суперский. Как освежитель для воздуха использую. Можно на шторке распылять. Достаточно долго держится на тюль, на шторке. Вообще классно. Так, девчонки, тут из Мискини у меня, по-моему, один продукт затесался. Да, сыворотку для кожи вокруг глаз добила. Добила быстро, быстрее всего. Знаете почему? Потому что на лицо, на все. Я не люблю вот эти раздельные продукты, поэтому я ее на все лицо. И так мне надолго ее хватило. И, господи, когда ж ты кончишься-то? Артикул я вам не скажу, потому что они на банках артикулы не посчитали нужным указать. Такая слабенькая, увлажняющая, хорошая сыворотка. Никаких проблем она там не решает. Вот если взять, допустим, крем из этой же линейки для кожи вокруг глаз, он разглаживает, это видно на самом деле. Сыворотка легенькая, хорошая, вот на лето как бы нормально. Но я не повторю точно, потому что я вам уже говорила, я не люблю вот это вот отдельно для глаз, отдельно для лица. Я всегда люблю вот один универсальный продукт, который и там везде хорошо. Дальше, средства для ежедневной интимной гигиены. Эксперт фарма, космецевтика наша. 16,40 артикул. Устраивает все отлично. Надо сейчас заказать. Кончается. Я переливаю в бутылочку с дозатором из-под Стора до Амора. И с удовольствием пользуюсь. Не сушит. Деликатная одушка. Все отлично. Вот из интимок это самая любимая моя Фаберлик. Кушеная сила отправляется. Наконец-то, спустя, наверное, год использования. На год одного кушона, девчонки, хватает. 61,68 артикул. Айсиул. Универсальный оттеночек, который очень классный, красивый. Красивый, крутой, суперский, замечательный. Здесь есть пуховка, но у меня другая пуховка в использовании, мне теперь другая нравится. Или кистью вообще, чтобы покрытие было совсем тонюсеньким, потому что я особо сильно так тоном не пользуюсь. Здесь вот губочка,
Оттенок, кстати, подстраивается. Не пугайтесь, что он изначально желтит. Он потом идеально подстраивается под вашу кожу. Это лучшее тональное средство, которое я пробовала когда-либо в своей жизни. Матирует, перекрывает несовершенство, поры не подчеркивает, сухость не подчеркивает. Нет, ну шелушение, если не есть, будет любой продукт подчеркивать. У меня их просто нет. Если у меня проявляется шелушение, я тут же от него избавляюсь. Вот. Поэтому вот идеальный продукт. Просто я даже ничего не хочу пробовать, ни на что не могу, не хочу променять. Еще один бар, тоже один из моих любимых, Energy Boom. Периодически, знаете, так пропиваю. Сейчас вроде энергии так хватает. Солнышко, весна, лето, красота. А когда ее не хватает, межсезонье, вот эти периоды, да, осень, ранняя весна, прям очень спасает. Я по одной, тут написано по три, но это многовато. Это прям весь дом тогда уберешь за 2 часа и вообще капец. Как энерджайзер. 157, 27 артикул. Здесь у нас кофеин, по-моему, гуаран, если я не ошибаюсь. Да, все как обычно. Энергетик. Энергетик. Если вам не хватает энергии, вы не высыпаетесь. Вот с утреца прям бахну, и все, все дела сделаются. Так, маска закончилась из серии Green Karma. Хорошая, кстати, маска, девчонки. 66-79, 3 в одном. Ее можно, я ее добила уже как умывашку. Как маска, она тоже хорошо себя ведет. Хорошо чистит, матирует. Она такая, знаете, зелененькая, а-ля Шрек. Там есть частички, то есть можно еще потом вот по лицу так пройтись, отшелушиться как следует. Эту маску можно использовать как умывашку. Она будет по типу... Всегда такой неожиданный момент, когда сел пауэрбэнк, зараза, тогда, когда не нужно, приходится подключаться к розетке. Можно использовать как скрабик, можно использовать как умывашку, тогда она будет по типу гамажа, то есть там много-много частичек, они будут хорошо отшелушивать. Матирует. Вот на лето присмотритесь к вот этой масочке, вот прям летняя, хорошая, классная маска для жирной комби кожи, для обычной, все супер. Палочки ватные закончились, надо еще заказать. 910-254, хорошие бамбуковые палочки, очень качественные, очень здоровские, классная намотка, здесь 200 штук, цена адекватная вполне. И удобно вот эта вот эко-коробочка, и смотрится она в любом дизайне, тоже вообще классно. Так, еще один аромия, позитив, тоже классный. Тоже как освежитель используйте, опять Крис у меня пимпочку куда-то оторвала. Так, сухой шампунь для темных волос 28-70. Слабоват, но работает. На день продлить частоту волос хватит. Для темных волос не ведитесь. Он все равно при распылении, хотя он имеет небольшой коричневый оттенок, будет на волосах белесых, даже на моих. А я не брюнетка далеко, и камера вам еще делает мой цвет волос, почему-то темнее, ей так хочется. Вот. Тут тон на 2, причем на 3 делает темнее. Все равно белесый. То есть потом пальчиками распределяешь, все здорово, все отлично. На день продлить частоту волос можно. Придать немножечко прикорневого объема тоже можно. Но вот какой-то слабенький. Еще меня бесит вот эта шипровая душка какая-то мужская. Прям вот вообще не нравится. А так... Он достаточно бюджетный по сравнению с аналогами. Вот. Батист, конечно, он крутой, классный. Он сейчас стоит, как крыло самолета. Поэтому да. Ой, слушайте, у меня здесь еще мискини. Я выкидываю целый тюбик. Выкидываю, да, девчонки, 13,98 крем для лица Blur, потому что мне вообще этот продукт не понравился, просто вообще не знаю, куда его использовать, он имеет оттенок, и его на тело уже не используешь, поэтому я его выкидываю, вообще бесполезный продукт. Он имеет оттенок, и он очень похож на BB-крем Вербену, BB. А он мне не подошел, водянистый, и по факту наносишь, вроде продукт имеет оттенок, но он его не оставляет на лице. Он вот такой вот белесый, то есть он выбеливает ваше лицо еще к тому же, мое выбеливает сильно. Он белесый, какой-то водянистый, начинает распределяться, несовершенство не перекрывает, нет вот этой плотности, какая-то вот водянистость. Что нанес, что не нанес. Он не блюрит ничего абсолютно, кожа после него блестит. То есть вообще, мне абсолютно не понравилось, я выкидываю целиковый, не хочу. И еще из Green Karma ночной крем. Очень много кремов в использовании. И я уже, вот, которые давно лежат открытые, писала на Дзене статьи. Интересные, кто не подписан еще в Дзене, переходите. Ссылка всегда под видео. Там много чего интересного периодически бывает. Периодически, а всегда. Как маску. Кремы, которые давно открыты, как маску, толстым слоем на лицо. Лицо съедает столько, сколько ему нужно. И потом остатки убираем спонжиком. И все very good. Кожа набитная, кожа классная. 66-75 артикул. Вот ночной крем и дневной сейчас таким же образом добью. Потому что новинки лежат, выходят, тестируют что-то, приходят и так далее. И вот эти вот они открытые залеживаются. Выбрасывать, конечно, тоже жалко. На ручки, на ножки, на тело. И как масочки на лицо, вот эти кремы очень хорошо заходят. Одна из любимых моих масок тоже Faberlic. Это Биомик. Это масочка сливки. 12,50. Это один артикул, она действительно сливочки, она такая беленькая, она такая прям вот сливочная, очень хорошо увлажняет кожу, тон выравнивает, шелушение какие-то может сгладить. Хорошая такая базовая увлажняющая масочка. Для возрастной сухой кожи ее может быть маловато, а в целом подержать кожу в красивом, лучистом, увлажненном состоянии подойдет. Все, девчонки, один пакет разобрали с вами. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Сейчас хороший подарок. Всех люблю, целую, всем пока-пока.